За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Видеорегистратор нашего помощника заснял странный маневр водителя «Шевроле Ланос». Иномарка двигалась по Степана Разина по левой полосе, перестроилась на правую и с нее же повернула на Московскую. Улица рабочая, машины поехали на зеленый сигнал светофора. В этот момент справа в них едва не въехала иномарка. Лихач пронесся на красный и извинился за маневр. На красный поехал. Сейчас номера зафиксируем. Телезритель Андрей Петров увидел, как 15-я проехала на запрещающий сигнал светофора. Чтобы автохама наказали, погнался за ним и заснял номер автомобиля. Теперь дело за дорожными полицейскими из Энгельса. Андрей, 190, Ульяна, Олег. 164 регион. Проехал на красный на пересечении улицы Полиграфическая и Нестерова в Энгельсе. Пересечение Университетской и Большой Казачьей. Таксист проехал за стоп-линию, остановился на зебре, а затем и вовсе начал движение на красный свет. Очевидцы просят наказать нарушителя. Ты под красный. Два похожих нарушения засняли очевидцы. В Энгельсе водитель внедорожника торопится, выезжает на встречную полосу и поворачивает. Подобное нарушение и у водителя Форд на Чернышевского. Лихач ловко объехал машины впереди и повернул, куда и хотел. Как и в этой песне Цоя, у нас нет слов. Теперь всеми нарушителями, как обычно, займутся автоинспекторы, и мы передали материалы вместе с теми, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами вместе.